Влада, ну, наверное, излишне напоминать, что для тебя Днепр не чужой город, очень много лет отдал, и болельщики всегда аплодисментами встречают и провожают. То давай по игре. Вот этот результат, как ты считаешь, он закономерный или все-таки Полтава могла сегодня рассчитывать на что-то больше? Да, я думаю, интересная игра получилась. Днепр хорошо играл. Болельщики, думаю, очень интересно. Я думаю, тут легко никому не будет. Очень хорошие ребята, я всех знаком, со всеми знаком. И знаю, что это большой потенциал, все есть. Они должны раскрыться, и все ребята будущее направят. Никому легко не будет. У вас пошла, ну, скажем так, не очень хорошая полоса, особенно после неудачи в Европе. Сегодня многие говорили, что есть там вопросы по главному тренеру, и команда своей игрой будет играть из-за главного тренера. Что в команде? Все в порядке? Все в порядке, конечно. Мы сами попали, можно сказать, в такую ситуацию. Мы сами с этой выберем ситуацию. Только хорошие игры мы вернем на болельщика себе. На свою сторону нас будут опять поддерживать, у нас будет все нормально. У нас